Побудь здесь, папа. Отдохни, ладно? Ступай, сынок, задай им жару. Покинув Спрингфилд, я пересек Средний Запад. Я был охвачен огнем. У меня была лишь одна цель — убить Родрика Метца. Я был охотником. Хищником, идущим по кровавому следу. Я нашел жертву в космическом центре Топики, Канзас. Огонь пылал во мне с удвоенной силой, но я знал, что впереди жестокая битва. Метца занервничал. Спрятался в Топике, в хорошо охраняемом космическом центре. Но на Земле ему от меня не скрыться.
кабинет ублюдка. Я чувствовал его запах. Воняло, как у дантиста. Мне навсегда расхотелось идти к зубному. Господа из Оберкоманда, грубая сила – единственный способ покончить с мятежниками, разгулявшимися на Среднем Западе. Скоро заработает Зоненгевер – солнечная пушка на орбите Земли. Я предлагаю отправиться на Венеру, откуда я нанесу удар, который испепелит все живое в границах второго и третьего регионов американских территорий. Да, эти районы станут необитаемыми на долгие годы. Но думаю, вы согласны, что оно того стоит. Спасибо за внимание. Жду вашего решения. Auf Wiedersehen. Значит, Меце свалил на Венеру, чтобы оттуда уничтожить Америку. Не так я хотел завершить свой матч. Я должен был пробраться к пусковой станции. Может, где-нибудь был секретный проход. Thank you.
Weg da, Mann, du versperrst mir die Schusslinie! Ich ändere meine Position! Aus meiner Schusslinie! Я искал, где можно спрятаться. Незаметно сесть на корабль до Венеры.
Отправляясь в космос, я понимал, что свожу счеты с жизнью. Это был билет в один конец. Конец пути для стрелка Джо. Но я должен был идти дальше. Продолжать борьбу. За отца. За Америку.